Вера опять с вами. Я без вас не могу. Сегодня вот в сторисе там с одним общалась. Он мне: ой, как круто. А я ему тоже: ой, как круто ты мне ответил. Короче, мы пообщались. Друг друга поняла. Выкинули в сторисе приветы друг другу. Ну, как полагается. Короче, а что сегодня? А сегодня мне тут скинули Алексеев «Камень и вода». Мне он нравится, как он поет, так вот, очень интересно. Так что предлагаю вам послушать. Никак не настроить, что-то не так, вот так, наверное. Ну, ничего, поехали, наверное. Не поехали пока. Сейчас я не подготовилась. Ну, что ж это такое? Короче, все. Поехали. Пока найдешь, пока включишь. Ой, боже. На краю обрыва, на границе долгих зим, облака зависли, превратились в дым. Улыбаясь ветру, слезы льют из синих глаз. Что-то сейчас они скрывают от нас. Мы искали долго тишину. Иногда мы падали ко дну, и опять по кругу время вспять. Любовь не нужно искать, она придет, будем ждать. Любовь не нужно искать, она придет, будем ждать. Но сколько зим, сколько лет. Долгий зим, рваные одежды и песочный грим. Улыбаюсь солнцу, хочется сказать: любовь не нужно искать, она придет, будем ждать. Любовь не нужно искать, она придет, будем ждать. Сколько зим, сколько лет. Длится ночь, а мы все ждем рассвет. Понравилось. Клип замечательный такой. Вот такая картинка вся, такая вот как атмосферная, вот можно сказать. Вот такое, только вот временами его одеяние, это мне напоминало матрас, знаете.
зачем они вообще? А так просто виды природы такие замечательные, завораживающие. Вот мне очень вот так вот понравилось. В общем, песня и видео очень понравились. Хорошо так, все гармонично, все так, ну, очень понравилось. Очень интересная творческая работа, знаете. И не только это, вся команда, видно, что это не один он все делал, это целая команда работала, вся команда, молодцы. Работа у вас такая слаженная, так, очень творческая ваша работа, мне понравилась. О, все молодцы. У вас всех вот совместно так хорошо получилось, конечно, вместе с вами. Тут хорошо так Никита вписался, молодец он. Мы с удовольствием следим за его ростом, за его карьерой, так сказать. Нам очень нравится, умничка, умничка, молодец просто. Вот такая. Я в последнее время вот там то, этот мне не очень нравится, а вот такие вот работы... Очень-очень успехов тебе в будущем, в будущих твоих работах. Пускай карьерный рост у тебя хороший, молодец. Пока-пока, до новых встреч. Yeah,